Всем привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня примерно месяц, как я в боте «Дари, получай». На данный момент я получила подарков 226 тысяч рублей. И, конечно же, записываю очередное видео. Уже у меня несколько видео за этот месяц в плейлисте в Ютубе. Итак, делюсь своей радостью. На стартовой доске... Пойдем по доскам. Я получатель. Это уже шестой круг. Или даже уже седьмой. Я уже сбилась со счета. Но счетчик тут не с самого первого дня крутится. А уже после того, как я закрыла стартовую доску один круг, подарков здесь намного больше. Бронзовая доска. Получила я уже 27 тысяч. Здесь я тоже уже получатель. На доске дарители 5. 4 из 8 уже подарили подарки. На серебряной доске я получила 80 тысяч. Я здесь создатель. И на золотой доске я получила подарков 90 тысяч. Я в получателях. И я подумываю уже о том, чтобы активировать вот эту платиновую доску. Я отправлю подарок 100 тысяч рублей. Из 8 участников я получу 800 тысяч рублей. Дела движутся на всех досках. Причем здесь нет никаких кошельков виртуальных вывод. Здесь подарки отправляются прям с карты на карту. Вот, смотрите, 30 тысяч рублей. Сегодня у нас 22 июня. И вот моя родственница Татьяна Борисовна получила 22 июня, это в киргизских Сомах, на бронзовой доске она стоит, 3000 рублей. И вчера также получила. То есть моя команда очень быстро выходит на получатели, потому что они под активным наставником. Сколько у меня человек? Давайте посмотрим. Ну вот, например, стартовая доска, показать команду доски и смотрим. У меня 21 личный партнер. У меня 21 лично приглашенный партнер. Сначала, если вы также захотите получать подарки в умном боте в Телеграме, ознакомьтесь, пожалуйста, с презентацией, которую я прикреплю под этим видео. Если вы смотрите в Ютубе, оставлю ссылочку. Ознакомьтесь, как только вы будете готовы морально и материально, напишите мне в Телеграм «Ирабизнес1». Что я ознакомился, хочу в «Дари, получай». И я вам тогда дам ссылочку. Ссылочка здесь для каждого индивидуальная. Вот так я ее генерирую. Активировать ссылку. Вот такая вот ссылочка. Действует она недолго. На каждого человека отдельно. Всем пока-пока.